Представительная прекрасная школа, мы вовремя ушли от женского дзюдо. На 5-м месте после первого дня соревнований это гимнастка. Обратите внимание на то, как она работает лентой. Мы об этом сегодня говорили уже. Рисует. Да, ну и вот это вот кусочек равновесия на колени, я должен вам сказать, это потрясающий вообще элемент. Характерная вообще композиция для болгарской школы, да, с таким неожиданным.